Где был? Редек мерил. Фонит вообще нереально. Рентген 400 уже. Я к шесту дозиметр привязал и с дистанции... Патроны сдай. Упс. Это ты медведю скажешь. Если успеешь. Значит так. Со станции без меня ни шагу. Скоро будешь дома, там играй в кого хочешь. Здесь дай мне закрыть все спокойно. Без приключений. Его по плану нужно было мерить. На мысу что за дом? На западе, на скалах. Туманная станция. В 82-м их сняли оттуда всех. Кого их? Гидрографов. А в 81-м там медведь одного задрал. Все, Син. Арчимфеи. 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 Добрый вечер, Сергей Витальевич. Здорово, Володя. Стас, сегодня я. Один хер. Здорово, Стас. Слушай, ты скажи своему другану, что это не так делается. Так диктовать? Да, диктуй. Завтра вылетаем к маме. Ждем тебя в Кисловодске. Целуем. Маша и Мотя. Смайлик. Как поняли? Все понял. В конце не понял. Целуем. Маша и Мотя. Смайлик. Так что ответить? Смайлик – это значок. Ну, типа улыбка. Ну, ответь там. Ну, целую. Маме привет. Все, диктую после индекса. 32, 3 девятки. 70, 503. 10, 013. 20, 20, единичка. Сина. Телеметрия прошла. Коррекции. В тройках по 105-140.
До срока сплю. Ржатину там сварил. Пошли на роту!
давай сюда. Сергей Витальевич, у нас же в бочке еще месяца на два, не меньше. Да ладно. Академик уже Диксон прошел. Мало ли. Сергей Витальевич, чего вы мне все время... Иди спать. Полста 026. Знак раздела как приняли? Все принято, Сергей Витальевич. Телеметрия прошла, Стас? Володя. А, ну да, Володя. Прошла? Да, прошла на автомате, все нормально. А Паша чего? Да спит твой Паша. Я разрешил. Досина. Досина. Ну чего, выспался? Я срок передал, телеметрия твоя прошла. Слышь, у тебя поясницу не ломит? Ну, сидишь все время у своего ящика. Пора делом заняться.
Следующие 10 сроков возьмешь? Угу. Потом сверим, коррекцию пройдем. Это тебе подарок. У меня в часах есть. С ним не проспишь. Гольца ел когда-нибудь свежего? Первые 5 сроков лучше не спать. Потом 3 срока. По 3 часа между каждым лучше поспи. Будильник ставь за полчаса до площадки, а то выйдешь как ежик. Без ружья ни шагу. Понял? Про патроны не забудь. На, кукуль, прими. Давай толкнем. То, что я пошел на Южную Лагуну за кольцом, сообщать не обязательно. Будут вопросы, там придумаешь, что сказать. Ладно. Арчим Фее. Арчим Фее. Арчим Фее. Паш, секунду. Данилов, позови Голубина. Николай Петрович, он спит. Я жду.
Да, сейчас. Его нет, Николай Петрович. Как нет? Так, Данилов, после сына срочно его найди. Скажи, пусть на экстренную выходит. Я жду. Как понял? Все понял. Работайте. Паша, принимаю. Диктую после индекса. Арчим, фея. Арчим вызывает фею. Данилов, давай Глыбина. Он на роту пошел. Данилов, что ты мне вешаешь? Николай Петрович, я не вешаю. Он на роте топливо собирает. Диктуйте. Начальнику станции «Остров Арчим», государственной сети метеонаблюдения Чукотского автономного округа, Глыбину Сергею Витальевичу. Записал? Данилов! Не успеваю. Глыбину СВ. В результате несчастного случая ваша жена и сын. Так, пиши. Помещены в больницу. Состояние тяжелое. Принимаем меры по оперативному направлению к вам. Судно «Академик Обручев». Подготовьте станцию консервации. Подпись. Начальник государственной сети наблюдения Сафронов НП. Записал? Принято. Значит, слушай, Данилов. Ты радиограмму передай и сам ни с чем к нему не лезь. Понял? Буду пробивать, чтобы академик вам прямиком шел. Дней через пять вас снимем.
Ясно. Кулыбин вернется, пусть сразу выходит на связь. Если меня не застанет, пусть передаст, что нужно. Принято. Все, работайте. Паш, принимаю. Видал? Ты аккуратненько вот так вот бери и вот так иди, вот так вот от, да, от хвоста к голове. Он прям режь вот до, ну, до губы. Смотри, вот сюда потом вот, вот смотри, вот так берешь эту штуку, так вот надрезаешь ее. Понял, да? Вот, а позапрошлой осенью так вообще хорошо голец шел, мы, по-моему, бочки три, наверное, солили. Малосольный, нет, он все-таки малосольный очень вкусный. Такой нежный. Ну что, и Машка любит у меня. В феврале. Да, в феврале. Что-то она мне ничего не сказала, я тоже ничего не сообразил сразу. Ну что, пробила ее. На этого гольца пробила. Бочек не отгодишь. Ты осторожнее жабрами ты. Ты ж порежешь сейчас. Вот тут подрезай губу. И значит, ой какой голец вкусный, малосольный. Ой какой голец. Что такое?
Потом понятно, что такое. Отлично. А потом уже, когда в июне-то ее снимали позапрошлом году, уже колец-то еще не шел. Пришлось Копчененького. Ну, это, конечно, не то. И тогда больше малосольникова хотелось. Так. Сейчас видишь, родители в Кисловодск съездят. Сергей Витальевич. Да ты ее терзаешь уже, измучил. Так, бери вот отсюда. Вот отсюда, бери вот так, смотри. И потом вытаскивай. Нормально у тебя там? О. Так, я на срок пошел. Давай, ты отдохни, поспи там, может. Телеметрия твоя и так пройдет. Арчимфей. Арчимфей. Здравствуйте, Сергей Витальевич. Привет. Стас? Да. Видишь, уже различаю вас. Сафронова сейчас нет. Что ему передать? А что я должен ему передать? Стас? Ладно, диктую. После индекса. Включай. Предпоследний сеанс выведи. Следующую страницу дай. Слушай, Данила, здесь вот, вот в этой рубке жили с 35-го года. Потом построили вот тот дом синий, где мы с нашими жили. Жили всегда трудно. Потому что время проходит, а здесь все равно север. И вот так же вот ногами ходили на срок. Потом так же руками записывали все. Пару раз было совсем тяжело, тогда не выходили. Но никто ни разу не позволил себе просто так из лени написать все от балды. И не от балды, я отсюда перепишу. Балды!
Потому что всего этого пока, считай, нету. Еще окончательно не калибровано. И ты здесь сидишь, чтобы все убедились, что на это можно положиться. Потому что если телеметрия пойдет косячить, то труд всех людей, которые здесь годами сидели, считай, псу под хвост. Непрерывные многолетние наблюдения. Все за одного туриста, который сюда заехал, чтобы потом сочинение написать, как я провел этим летом. Здесь люди умирали. Кстати, насчет могил. Жили тут в том числе два геофизика. Жили, работали. Только один хитрил насчет работы, там, продуктов. Так вот, однажды другому это надоело. И от того, который хитрил, осталась дырка в потолке. Курилки. Потому что здесь серьезно.
Аккуратней. А гелиограф? Старую вытащи. Сергей Витальевич. Что? Я, конечно, понимаю. Да вы чего? Давай, работай. Арчумфея. Арчумфея. Паш, привет. Привет, Вов. Как сам? Да нормально. Ну, держись там. А чё, Сергей? Диктую после индекса. 42997. 50909 10058 20034 40160 54300 8000 единичка тройки 911 14. Знак раздела как приняли? Принято. Ну что, досина? Досина. Здорово, Володя. Здравствуйте, Сергей Витальевич. Володь, будь другом. Скинь жене смс-ку. Володя, пожалуйста, передай моей жене смс-ку. Номер телефона у тебя есть? Да. Диктуйте, Сергей Витальевич. Везу гостинцы бочками. Целую Матвея. Серый. Записал? Принято. Володь, в конце этот... Как вот в последний раз-то? Смайлик. Володь, в конце... Смайлик. Все, спасибо. Досина. Досина. Потом сверить телеметрию. Ну и 2 часа бани. Thank you.
А ты что тут? Что целку вдруг стал строить, а? Да нужен ты мне. Давай, пошли. Давай, давай, давай. Что, будешь еще филонить? Нет. А? Будешь? Нет. Давай, 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 давай. Все. На срок пора. Сергей Витальевич, я срок и сын возьму. Да я нормально все сделаю. Легко. Вы парьтесь. Ну, смотри. Спасибо. Арчум феи. Феи, ответьте Арчуму. Фея. Да, Николай Петрович. Я срок и син взял для практики. Улыбин где? А он в бане, парится. Слушай, Данилов, радисты говорят, что Улыбин, ну, не совсем адекватен. Это так? Как он отреагировал на РДО? Данилов, на радиограмму! Не знаю. Данилов, он ее при тебе читал? Вы же сами должны были с ним говорить. Николай Петрович, может, ему лучше не говорить? Пока Обручев не придет, скоро ведь уже. А Обручева еще решается. Данилов, чтоб ты понимал, дело совсем серьезное. Немедленно зови Булыбина. Зови Булыбина! Вас понял. Только плохо слышно. Активность, видимо, идет. И на других волнах тоже непрохождение. Николай Петрович. Зови Кулыбина. Thank you.
Николай Петрович. Я за Голыбиным пошел. Как слышали? Арчимфей. Арчимфей. Кто в эфире? Ответьте Арчиму. Ответите. Арчимфей. Чё там Сафронов хотел? Чё-то срочное? Да я не очень понял. Что-то про академика. Скоро вроде придет. Ну что, гулять-то гулять. Южно сейчас самый голец пойдет. У меня бензина еще на одну ходку хватит. Успеем еще бочку засолить? Для родных и близких. Если заштормит, я в Южный пережду. Двое-трое суток выдержишь? Если спросят, скажи, я в самоволк. Под конец могу себе позволить. Давай, толкнем.
Арчим на связи. Где Голубин? Ушел на Южную лагуну. Вернется дня через два. Ты ему сказал, что я его вызываю? Да, сказал, но было непрохождение. Да. Не расслышал. Повтори. Я показал ему радиограмму. И он ушел на Южную? Там сейчас самый голец идет. Какой к черту голец? Ты хоть понял, что у Голубина семья? Совсем? Я знаю. Так куда он? Ты что, ему так и сказал? Я ему не говорил, я показал ему радиограмму, как вы говорили. И он ушел на Южную лагуну? Данилов, что с Голубиным? Данилов, чтобы ты уяснил ситуацию. Академик Обручев попал во льды в проливе Вергинского. Не факт, что будет ледокол. А это значит, что не факт, что к вам вообще пробьются в эту навигацию. Так что там происходит с Голубиным? Ты слушаешь? Данилов? Да. Дежурю рации, никуда не уходи, оставайся на этой частоте. Как понял? Понял. Николай Петрович...
Я перешел. Значит так, Данилов, будет экстренный борт. Дай метео. Что? С погодой что у вас? Ветер западный, 14 метров где-то. Ветер западный, 14 метров где-то. На южный будет тише. Найди Гулыбина и ждите у лагуны. Фальшфеерами посадочную обозначьте. Искать по острову вас не станут. Топливо в обрез и места гиблые. Все понял? Да. У вас сутки. Потом прогноз паршивый. Давай, вперед.
положи, она холодная. Сергей Витальевич, нам на Южную надо. Зачем? У нас там борт ждет. Ну, Сафронов приказал. Подождите. Я вам это сказать. Ну. Сергей Витальевич. Ну просто не успел я. Сергей Витальевич. Ну это из-за кольца, из-за вашего, блядь, все. Сергей Витальевич, у вас семья погибла. Ну чего? Стойте, пожалуйста. Сергей Витальевич, пожалуйста, не надо! А! Thank you.
Паша! Паш, поговорить надо! Паш, ты? Паш?
Фея, ответьте. Фея, ответьте. Фея, ответьте. Фея.
Садись. Академик пробился. Через 3 дня будет здесь. Давай, ешь. Нельзя есть. Я его отравил. Бритеги. Не надо никому об этом говорить.
Пойдем подпишем. Давай. Я не поеду. Давай, давай, не дури. Вам тоже на материк надо. На обследование. Я им все расскажу. Что, не понял? Что мне здесь нужно остаться? Одному.